Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это уже 8-я серия игры на последнем уровне сложности за Корею в дополнении Rise and Fall Sid Meier's Civilization 6. Если вы не смотрели предыдущие серии, то рекомендую начать с самого начала, с первой серии. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Ну а мы давайте продолжим. Иду я к научной победе. Выглядит так, что у меня это вроде должно получиться, но фиг знает. 1240 год, а у нас уже лаборатории. Радио скоро будет открыто. И вообще все очень неплохо. Ладно, давайте разберемся с варварами наконец, потому что они мне тут все мешаются. Лошадкой пока убежать отсюда. Потому что не знаю, что пикинёр ее не убивает, но вообще... Пикинёр вообще имеет бонус против как раз верховых юнитов. Так, теперь пора рабочего вести к этим городам. Надо тут пастбище восстанавливать. А здесь я хочу увидеть города Индуса. У меня тут дорог даже нету еще. Перекупил меня кто-то в Вавилон, но там не такие классные бонусы, чтобы расстраиваться по этому поводу. Так... Давайте банк. У меня тут, по-моему, как раз... Не, Магнус на рост у меня сидит. Тут надо бы... Давайте я куплю строителя. Не, вообще надо строителей в Кванджу покупать, потому что тут бонус к количеству. А больше, наверное, не смогу. Да, одного только... Так, тут фабрика есть, тут фабрика есть. В Кабуле продолжаю строить. Вообще надо бы тут вырасти в Кабуле. Вот, давайте вот так, 5 ходов, чтобы до роста было. Ну, вряд ли мне кто-то может Кабул. Точнее, не кто-то, тут единственный, кто должен. Персия объявляет войну Кри. Персия у нас находится вот тут. Кри у нас находится вот тут. Но, несомненно, она должна объявить войну Кри. Кри объявляет войну. Там, по-моему, Кри вообще тоже со всеми дерется. Академия в Тбилиси. Вильнюс объявил войну шумерам. Да, Брюссель уже потихоньку падает. Мне вот интересно, кто его берет. Рим или Шотландия? Ну, вы знаете... However, the individual has some possibility of escaping from the power of the state. Угу. Вот треугольная торговля. Мы сейчас примем. И у нас к золоту намного больше сейчас станет. Если тот, кто захватывает Брюссель, его освободит, то я даже и не против буду на самом деле. Вильгельмина и Кир, фаундмейкер. Давайте глянем. Где он тут? Фаундмейкер с четырьмя. Но у него основной... Соперник, я думаю, вот это Лаутару, потому что вот... Ну, еще Нидерланды, наверное, могут подойти, потому что ни Шотландия, ни Персия явно никакие войска туда подвести не могут. Ну, вообще, он, видите, со всеми в недовольстве. То же самое касается моего дружочка-пирожочка Шумера.
Вот здесь у него, конечно, проблема, что у него все соседи... Вот с ним воюют именно соседи. То есть не очень удачно. Вот Рим, как ни странно, со многими в дружбе. Вот почему Чингисхан со всеми в дружбе? Это вообще офигительная такая история. Дружелюбный Чингисхан — это что-то странное, по-моему. Блин, довольство плюс 5 — это экстаз. У меня тут прям бонусы идут ко всему. Так, давайте разберемся с варварами здесь. Все. Прям ты хоть там держи свой коня своего, чтобы не появлялся новый лагерь. Блин, или мне лучше в этот посылать? Ну, к индусу, чтобы... Да, правда, что у индуса, что у... что у шумера уже второго уровня союзы. И ладно, лучше к шумеру. Я могу с шумером там переделать союз в научный, например. Побережье. Ну, надо открывать города, и надо тут пастбище строить. Так, а этого чувака к Кабулу отправим. Тут вот как минимум ферму. Так, амбар завершен, город растет. Ну, время Савона. Да, видимо... Нет, не здесь. Ладно, здесь построю. Надо выкупить эти клетки сразу. На всякий пожарный. Зачем это? Бонусы вокруг Савона. Зачем их индусу отдавать? Ну, как я говорю, я иду на научную победу, у меня с наукой вообще все очень неплохо, я вообще впереди всех, просто впереди всех. Я первый выйду в космопорт, первый его построю и не вижу особых проблем пока. Интересно даже, в каком году я начну его строить. Radio is the theater of the mind. Radio is the theater. По ядерной программе вообще зашибись. Так, построили здание из новейшего времени. Бонус получили. Новый торговый пост открыли. Источник алюминия есть, здорово. Так, и Пингалу можем назначить в столицу, конечно. Не, я буду тут стоять. Засвечивать территорию. Так, лаборатория завершена. Плюс одно жилье. Нет, давайте банк сначала.
Так, здесь тоже рост пока прекращается. Лаборатория 14 ходов. Долговато, я бы тут лабораторию просто купил, наверное. 1160. А есть какие у нас бонусы? На что у нас бонусы производства? Ни на что. Ни на что. Ремонт внешних укреплений. А что тут у меня? Блин, на единичку прочность снижена. Давайте глянем. Этот торговец нам не нужен. Дает озарение изучения технологии с нового времени. Университеты дают плюс 4 науки. Вот этого я бы ученого хотел получить. Поэтому давайте исследовательские гранты. Так, Ахмабад. Блин, а больше других городов мы не видим, да? У индусов. Во, в Калькутту. Ну-ка. Во, в Калькутту. Давайте, Калькатта. Отправим в Калькутту. Я напоминаю, что... Так как я на втором уровне союза с индусом... посмотрим, второй уровень союза, у меня культурный союз, то я каждый из ваших районов производит дополнительные очки великих людей в ход, если проложен торговый путь к вашему союзнику. Поэтому мне надо отправлять Кинджу, Кванджу, Кабул. Видите, к индусу бегают. Надо из других городов тоже отправить, на самом деле. Надо не забывать, что надо к индусу отправлять. Так, тут у меня шпион прокачался. Время выполнения задания уменьшается. Библиотека, университет. Тем более, если мы того великого ученого возьмем. Так, а что это? Город уменьшается. Нет. Не надо нам уменьшаться. Так, все окей. Интересно, в новое время... В новое время я, по идее, должен был первым выйти. Хотя... Это опять вот одно и то же говорит. Что-то там воровать. Что-то меня оскорбляет, не пойми за что. Надо вот... Вот в эпоху атома я точно первый выйду. Три хода. Как вам нравится? 14 век, я буду в эпохе атома. О, Тамара объявила войну шотландцу, наконец-то. Я давно этого ждал. Мы, конечно, за Грузию будем болеть. Я не понимаю, почему тут меня в Союзе не показывают, раз мы в Союзе, не показывают общий вид. Вот, срок... Действие союза с Гильгамешем истек. Надо обновить, я считаю. Тем более его там бедняжку. Давайте заключим союз. Я вот хочу посмотреть, скинется ли уровень. То есть у нас был все долгое время экономический союз. То есть я заключу научный союз. Он какого уровня будет? Второго. То есть это второго уровня. Каждые 30 ходов на обычной скорости вы получаете озарение для технологии, которую ваш союзник уже изучил или ускорил ее изучение, а вы еще нет. Круто. Ну, от культурного
Союза мне больше нравится. При бомбахе. Заключил... О, Шотландия заключила мир с Гильгамешем. Снята осада. Видимо, все-таки шотландец пытался захватить. Неужто выстоит Гильгамеш? Ну, у него раз, два... У него уже 5 городов. Было 7. Было 7, а стало 5. Кто-то у него все-таки захватил города. К сожалению. Очень-очень жаль. Я так беспокоюсь за Гильгамеша. Так, а сколько городов у Индии? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 городов. А я только 4 нашел. Давайте пока прокачиваем. Пока чисто на деньги. Так, я могу, по-моему, уже лабораторию купить. Или она... 1160. Ну, а по городам, видите, расставил свою армию. Пускай стоит. Блин, я уже через 2 хода могу космопорт строить. Это вообще, конечно... Очень странно. Нидерланды осудили недостойные действия Мапуче и недостойные действия Грузии. А я... Вот жалко тут нету... Вот осуждать есть, а сказать, что типа Грузия молодец, что напала на этих шотландцев. Это нельзя сделать. Неправильно. Надо, чтобы было еще и... Вот в Endless Legend или в Legend, или Endless Space, например. Есть же там одобрить действия. То есть у вас за счет этого повышается ваши отношения. О, Перси опять. Просто им не нравитесь, как всегда. Кстати, я должен, по идее, у нас вот такие высокие уже отношения, я должен знать вот цели вот этих ребят. Экономика продвинулась. Ну-ка, это наверное, все-таки за счет банков. Там экономика... Да, 2 банка надо построить. Я думал, может, из-за научного союза с Шумером. Да, стремится окружить свои города высокоуровневыми стенами и симпатизирует цивилизациям, не конкурирующим за великих людей. Я вообще как-то не очень понимаю, почему у нас с ним такие хорошие отношения. Я вроде только 2 стены построил. Нет, 3 стены. 3 стены. И великих людей постоянно забираю. Почему тогда у нас такие хорошие отношения? У индуса стремится к завоеванию соседних цивилизаций и уважает тех, кто не является его соседом. Я его сосед, не знаю, почему он меня уважает. Любит, когда цивилизации воюют. Я вот реально... Вот эти их агенды, по-хорошему, по-моему, они очень мало работают. Вот, смотрите, я вам сейчас показал 2 нации, с которыми я почему-то в союзе, но их агенды... Показывают, что я не должен этого. То есть они должны меня не любить. Ну вот, к долгосрочным союзам, поэтому он меня любит, естественно. Ну, здесь у нас с ним постоянно разные типы правления, так что тоже не очень понятно. Домов не хватает. Так, давайте смотреть. Он в Патну бегал, да? Из Кванджу. Да, его значит надо отправлять дальше. Но в Патне уже есть... Так, давайте я дальше... Пробегусь. Ага, Майсур. В Майсур давайте отправим из Кваджу. О, вообще самое дорогое.
Лаборатория завершена. Ну, банк, видимо. Давайте. Или может провести побыстрее исследовательские гранты. Потому что этого ученого желательно как можно быстрее взять. Плюс 4 науки университеты дают. Это шо, го-го. Так, мне тут надо подразвиться, то есть мне тут нужен рабочий. Давайте я его тут построю. Здесь я куплю лабораторию. Блин, 5 денег не хватает. Я, наверное, лабораторию просто покупать буду, то есть мне деньги идут. Я их куплю, а тут надо что-то другое строить. Вообще надо и театральную площадь, и аэродром построить, вот чтобы строительную инженерию ускорить. Ну, аэродром в этом городе будет странновато. А вот театральную площадь здесь, в тундре, вполне. Так, ну, заканчиваем ход. Все равно один ход роста, так что пускай так будет. Боже. Вот чё он меня не любит? Считает меня Я вот постоянно, когда играю с компьютером, по этому поводу вообще офигею. То есть они захватывают все, они там воюют друг с другом, уничтожают. Я за игру захватил только один город. Если как можно быть такими тупыми, тоже милитаристов считает. Трындец. Они меня считают милитаристом. Мечники Грузии разграбили храм. Ай-яй-яй. Иди воюй вон с Грузией. Чё ты тут свои юниты держишь? Блин. Меня 3 нации осудили за то, что я милитарист. Те, которые уже другим 100 раз войну объявляли. Да, похоже, Брюссель шотландец осаждал. When you launch a rocket, you're not really flying that rocket, you're just sort of hanging on. А почему я стал внезапно видеть территорию союзников только после открытия ракетостроения? Вы открыли первую в мире технологию новой эпохи. Ну вот видите, плюс 2 к счету эпохи это дает. Да, как-то... Смотрите, сколько мяса у Грузии, да? Одни сплошные всадники. Они атакуют какими-то раз, два, три, четыре, пять... шестью юнитами, которые теряют еще при этом. Какой бред. Ладно, что тут у... Странно, почему... Все, я понял. Это союз второго уровня. Теперь видимость союзов только военная и только на втором уровне. Вау. Слушайте, ну вот это они, это хорошая придумка, это правильно все. Давайте глянем. То есть военный, если мы заключаем военный союз, то на втором уровне коллективная видимость дается, видите?
плюс 15% производства при подготовке военных юнитов, если ваш союзник ведет войну. То есть я вот сейчас могу юниты с большим... ну, быстрее строить. О, индус тоже ведет войну, поэтому у меня... Нет, подождите. Почему мне вот эти города показала? Чинаи, Мадурай. Ну, вообще индус воюет, в принципе, он воюет? Нет, он не воюет. А, он в союзе с Грузией. Поэтому мне просто показало то, что Грузия уже увидела. Интересно, интересно. Ладно, пошли дальше. Исследовать территорию. Так, здесь, пожалуй, стоит еще вот эту лесопилку здесь построить, и все. А дальше мы пойдем... в лунную экспедицию. Дальше посмотрим. Ну, видите, как я уже по науке от всех оторвался, правда? При этом по культуре, наоборот, от всех отстаю. Так, исследовательский грант тоже проведу. Нам нужен этот ученый. Ну, торговец тут так себе. Да, сюда влияет фабрика. Нам еще нужен один район. Блин, я забыл. Сейчас строительную инженерию надо отменить. Потому что 7 разных спецрайонов. Будет ускорение. Там что происходит? О, Грузия вот здесь воюет. Ага, вот еще пошло нападение от Гори. Ну вот эта армия должна быть уничтожена, грузинская. Это такая... столько всадников. Столько немерено всадников. То есть хотя бы просто мясом прибежать. Хотя бы просто прибежать и территорию грабить. Вот фига вот это все держать у себя. Непонятно. Отлично, шпион до 3-го уровня прокачался. При попытке нейтрализовать губернатора, при хищении Прихищение шедевра. А у меня вообще есть куда шедевры класть? Вообще нету. Ну, давайте... давайте хищение... блин. Хищение шедевра. Пускай у меня будет заточен на воровство. Тут лабу купили. У меня 314 навыков. Я думаю, что остальные очень, очень нехило сейчас отстают. Ну вот 182, наверное, будет самое большое, да? Да, Корея выглядит очень...
очень мощной научной державой. Блин. Так, исследовательский грант завершен. Тут уже обогнали мы Кри. Ну, блин, тут много очков требуется, поэтому, наверное, надо еще несколько. Может, аэродром тогда пока построю тут. Ну, чтобы седьмой получить. Тут строительную инженерию пока отложим. Пойдем в национализм. Потом урбанизация. Вот тут. Ну вот, вот. Колесо обозрения это... И аквариум это в районе... В морском этом районе, как в аквапарке. Вот. Строители в Янсане. Не, лабораторию, как я и говорил, я хочу покупать. Аэродром я там строю. Вот, космопорт. Так, какой у меня самый производственный город? 54,5. Ну, столица, похоже. Да. Столица. Так что космопорт я буду в столице строить. Кстати, вопрос, где? У меня нету... Нету ровной территории. Блин, придется на каком-нибудь... На какой-то ферме строить. Да. Эх, блин. Тогда здесь театральная площадь. Зулуса тут зажали, конечно, между Кри и Индусом, и Зулус не смог вначале Индуса вынести. Ну вот, пишет какое-то грузинское мясо на территорию грека, ну как-то это... Без задора, без радости такая. Так, ну у меня... Я просто, видите, у меня вот эти два города, наверное, будут без губернаторов, просто потому что там два... Мне кажется, знаете что, за Корею вполне можно в 5 городов играть, а не в 7. То есть там два левых губернатора, один на религию, другой вообще надо сажать в город-государство. Так, ну давайте космопорт начнем строить. 1380 год нашей эры. Корея приступила к строительству космопорта. Здорово.
О, канди найдено. Тут еще что-нибудь. Неужели Кри вот так далеко расси... Нет, это, наверное, Зулус. Граница Зулуса, судя по всему. Давайте попробуем ускорение украсть. Никогда не помешает. Исследовательские гранты завершены. Военный лагерь, промышленная зона. Ну, космопорт тут, конечно, нафиг нужен. Может, военный лагерь поставить на всякий случай? Куда-нибудь, например, в сторону Вильнюса. Так, лаборатории я планирую покупать, поэтому центр коммерции. Там какие-то религиозные войны происходят, но я думаю... О! Гильгамеш, походу, отбил обратно свои города. Блин, ну тут у него битва... Чингисханом, конечно. Суровая. Вон кешики стоят. Ой, больше не стоят. У, кавалерия. Нет, тут уже опять, смотрите, Эриду. Цель Лаутару. Сводить город Хатус, оккупацию Лаутару. Я, пожалуй, участники делят между собой 5000 золота. Ну, то есть по 1000 каждый получит. Ну, давайте нажму принять. Блин, тогда я ему войну объявлю. А с кем он в союзе, интересно? Давайте я откажусь. If God had really intended men to fly, he'd make it easier to get to the airport. Так, аэропорт это на аэродроме строится, ну и парочка самолетов появилась. Так, мне интересно, с кем он тут в союзе был. А не с кем. Можно было ему войну объявлять, в принципе. Нет, это все-таки Кри. Как-то он далековато, конечно, расселился. Строитель. Давайте банк. Театральная площадь готова. Амфитеатр. У меня очень мало культуры, я отстаю от всех по цивикам. Так, очень серьезно. Выносит предупреждение Вильгельмине. Там, блин, это... Эти Нидерланды фиг знает где.
Надо посчитать по очкам, как быстро я получу ученого этого. Надо вообще глянуть победы. Вдруг там кто-нибудь все-таки на какую-нибудь религию. Ну не знаю, тут на 12 компьютеров, когда не каждый упарывается в религию, победить религиозно не представляю. О, где-то лагерь варваров появился, надо. Improvement makes straight roads, but the crooked roads without improvement are roads of genius. Дает двух поселенцев статуя свободы. А нафига вот в это время, например, два поселенца? Ну так просто. Плюс одно очко к эпохе. Так. Я, пожалуй, повышу вот этого чувака производство любых космических проектов в городе. Стоит, а тут тоже 115. Ну, бывает, что в разных городах разная стоимость клеток покупки, так что надо проверять. Так, наверное, вернемся к этому городу. Аэродром завершили. Ну, давайте тоже театральную площадь. Почему религию постоянно показывают эту? Блин, не посмотрел опять победы. Блин, закончились союзы. Что-то я тороплюсь с началом хода. Неизвестный город-государство побежден. Что там все эти городов-государства выносят? Кстати, мне Хатуса неплохо науки давала. А эта сволочь ее схватила. Блин. Ну, с кавалерией, я думаю... О, ну так нужно... Нужны лошадки? Ну, давай, дам тебе. В принципе, согласен. Через 9 ходов, а у меня тут еще очков вообще-то. Так, блин, такого хорошего шпиона схватили, надо договориться. Так, сейчас мы с этими обратно в союз перейдем. Нормально. Вполне приемлемые условия. И вы с этим культурный. Так, теперь сколько чувак хочет
за моего пленного. 100 золота. Вход на 30 ходов. Нормальный? Нет, конечно, полностью отмороженный парень. Так, что теперь нам делать? Сколько нам ходов до этого ученого? Нам остается 140, 152, 35 вход. Но будет больше, потому что сейчас не работает союз с индусом. На самом деле будет больше. Ну, то есть хода 4-3. 3-4 хода, это мы подождем. процентов было на то, что он сможет украсть ускорение у Кри, и его схватили. 90%. Узнаю Фераксис, просто я вспоминаю, что я в 4-й циве за Корею там 99,2% победы, и юнит умирает. Такой, ей. Так, ну что, тут Грузия не может продавить никак. Биг Бен в Римской империи построен. Паундмейкер становится целью кризиса. Ну, и как посмотреть, что это за союз кризисный? Блин, да, они заключили мир. Эх. Так хорошо воевали. Так, когда там закончат бегать эти караваны? 12, 14, 18. То есть я бы хотел это отправлять, конечно, к индусу. Блин, а... Мне 11 очков эпохи не хватает. Каждое построенное здание промышленной эры или более поздней эпохи прибавит плюс 1 очко к счету эпохи. Так, а банки какой эпохи считаются зданиями? Это биржа, банки считаются возрождение. У меня тут только фабрики. Канализация. Может, канализацию построить, заодно демократию ускорим. Еще ангары. И радио. Ну и лаборатории, соответственно. Блин. Сколько канализация стоит в производстве? 2 хода. Ну, мне надо очки набирать, эры. Иначе печаль будет. Канализация – самый быстрый путь. Это же здание, здание. Промышленные эры. Так, ну тут один ход. Тут один ход. То есть вот 7 очков за канализацию я получу.
А где еще очки брать? В информационную эру еще выйти. Или постройка чуда еще может быть, кстати. Ну вот, информационная эра. Я сейчас выйду в информационную эру. А как так быстро вообще эпохи? Кто там меня догоняет? Вот эти. Паундмейки, Роберт Брюс и Лаутару. Приходится канализацию строить ради. Right now, there are 31 satellites zipping around the world. Плюс 2 счета к эпохе. Мне не хватает 9 очков. Короче, мне надо теху. Просто открывать теху, которая дает здание. Промышленной эры. Ну, видимо, вот экономику откроем. Здесь я вынужден канализации во всех городах. Но зато я ускорю таким образом демократию. Я еще, кстати, ни разу не ускорял демократию канализациями. Впервые у меня такое будет. А раньше СМИ было связано с естественной историей? По-моему, вот это вот новая связка. Так, тут корпуса смогу. Ну, вообще, мне нужно будет корпуса создавать. Потому что... Для ускорения открытия мобилизации. But as I headed into the heart of New Zealand's fjord. Да, блин, а за открытие, если второй ты открываешь, то никаких очков эры не дают, к сожалению. Жаль. Пиво Питахи. А что за чудо, кстати? Тоже новое. А, ну да, пиво Питахи. Кстати, Грузия обнаружила это чудо, потому что я его обнаружил. То есть у нас общий обзор. Увумелилана мабуто аку энзинтанду яо. Куфанила себензиндаони. Энзинтанду яку. Какие размышления от человека в трусах и с копьем. В то время как я космопорт строю. Я, конечно, вот эта дурацкая территория, но что поделать. Нанмадол встретил. And first Hephaestus makes a great and massive shield, and he forged on the shield human nature, as manifested in tribalism and nationalism. Ну вот, построил. Благодаря тому, что построил где-то канализацию, получил. Я могу объявить колониальную войну Нидерландам. Построить, создать салон, блин. Ты, конечно, вовремя дал такое задание, когда у меня во всех городах он построен. Очень вовремя. Так. Что тут у Рейны? Плюс 3 золота за ход за каждый иностранный торговый путь, проходящий через этот город. Либо бонусы от центра коммерции и гавани удваиваются. Давайте глянем. Где у нас тут бонус? Центр коммерции 3 золота. Сейчас я вспомню, как-то посмотреть реально, какой бонус от центра коммерции идет.
А, плюс 3. Давайте, наверное, удваиваться, потому что, по-моему... Вот, к моим городам из Эдинбурга в Кёнджу бегает, явно не через этот город. Ну, 6 стало. Так, канализация завершена. Продолжаем строить космопорт. Так, ну я открываю биржу. Биржу я, наверное, за деньги построю. Что-то я не успеваю прям. Как-то очень быстрый выход в эпоху Атом, что я тут впереди планеты всей, мне все равно очков эры не хватает, чтобы нормально расслабиться. Хочет выкупить своего чувачка. Нет, я отклоню сделку. Ну, кстати, он предлагает, может, мне за своего шпиона Кри тоже предложить какой-нибудь шедевр. Я уже... Мне 3 хода осталось Кабул оборонять. Я вот так обороняю, так обороняю. Рим так стремится его захватить, так стремится его захватить. Ну вот у него тут одинокий рыцарь, которого выкинуло, когда мы мир заключили. Серьезно, требует апельсинку требует и 3 золота. Рим такой. Ну так. Я отклоню требования. Апельсинка мне самому нужна. Он такой с мечом ко мне пришел, говорит, дай апельсин. Мы делили апельсин, закидали планету ядерными ракетами. Так, а с кем-то тут индус воюет. Economics is a subject that does not... Так, биржу открыли. Канализацию построили. И вот можем ученого забрать. Плюс 4 науки дают университеты. Это ж трындец. У меня сейчас такой буст будет. Это как минимум... Так у меня везде университеты построены. Это значит 7 4, 28. Плюс 28 науки. Сталеварение ускорилось как раз. Но это не сейчас будет показано, следующим ходом. Стоп, я тут уже построил всякие канализации. Может... За одно и то же здание не дают, может? Так. Индус, ты с кем воюешь? Ни с кем не воюет. Просто на Вильнюс решил напасть, что ли? Зачем ему Вильнюс? Так, сколько там до конца? 5 ходов. Так, где у меня 7 золота? Еще хочу какое-нибудь здание промышленной эры и возрождение открыть. Это что, продуктовый рынок? Можно строить только одно такое здание в городе. Нельзя строить в одном районе с торговым центром пригород.
требуется пригород. Я не понял, что это за здание вообще такое? Где оно строится? Оно строится в пригороде, тогда я не понимаю, что значит нельзя строить в торговом центре. С чем несовместимо торговый центр? То есть в городе, где есть торговый центр или что? Или это новое здание в пригороде появилось? Прикольно. Так, давайте электричество откроем тут. Вон электростанцию можно будет бахнуть. О! Шотландец апнулся в ПТ команды. Блин, он куда тут вышел? ПТ команды где-то ж вот тут внизу, по-моему. Современная ПТ-команда. А где просто ПТ-команда? А, вот она. О, он в химии. Ну, химия не страшно. Блин, я же хотел с Кри поторговать. Ну вот, 95. Сейчас должно быть, по идее, 98, потому что еще три канализации построятся. Да, там индус пытается Вильнюс, похоже, захватить. Да, 98, слава богу. Значит, у нас будет нормальная эра. И вот ускорение в избирательное право. То есть демократия у нас откроется быстрее. Кстати, так как тут изменились явно все типы правления, надо показать. 0,4 производства на единицу населения в городах с губернаторами. Прикольно. 2 производства и 1 жилье за каждый район. Скидка. А, видите, демократия теперь не на проекты работает. Не на проекты. Ну вот даже непонятно, что из них лучше в этом плане. За каждый район. Или за население. Вот давайте посмотрим, например. У меня всего лишь 16 населения. 0,4. Если я возьму коммунизм, это будет 0,4 за жителя. То есть 16 на 0,4 умножить. Ну, где-то в районе 7 производства плюс будет. А если демократия, то есть аналог демократии это... Не, демократия явно круче. Потому что 2 производства за район у меня тут. То есть 1, 2, 3, 4. 8. Уже 8 производств. Всего за 4 района. Я могу тут больше даже районов сделать. Демократия круче выглядит, чем коммунизм. Причем там демократия не требует губернатора, а тут требуется, чтобы еще и губернатор сидел. Пойдем, наверное, тут какие-то злые дяди сидят. Так, ну вот у меня будет сейчас последняя канализация, это 99 очков, будет обычный век. Обычный, как эти все в золотых веках сидят, я не понимаю. Постоянно, там, наверное, они за счет чего-то набивают эти эры, очки. Опять этот черный товарищ что-то мне дичь втирает.
я забываю попытаться у Кри выкупить своего шпиона. Индус решил свои слоников устаревших просто поубивать, все на мясо отдать Вильнусу. Там будет колбаса из слонятины. Тут еще и корпуса. Блин, мне эти корпуса еще надо сделать. Какой звук. Ну вот, я получаю 1000 баксов и плюс 2 золота вход с городами государства. Еще за это плюс 4 к счету эпохи. Здорово. Блин, так я так могу все-таки золотой век запустить себе. Таким макаром. Сколько мне не хватает? 7 очков. 3 хода осталось. То есть... Так, подождите, археологический музей из какой эпохи считаются? Блин, из Возрождения. Жалко. Но я сейчас же могу купить... Так, там 3 хода, да? Сколько тут строится... Биржа, 7 ходов. Нет, это все долго. Я не успею, к сожалению. Я лучше эти деньги покоплю, чтобы электростанцию купить. И здесь еще в Кенджу надо будет промышленную зону поставить. Ну вот, походу, вот отсюда у нас границы. Слушайте, а у меня второго скаута убили или нет? Или он где-то ходит на автомате? Да, вот тут ходит на автомате. О, тут уже уголь. Опять забыл про шпиона. Чего они все с меня требуют? А, нет, уголь у меня есть, все правильно. Он тут обрабатывает. Чего они с меня требуют апельсины постоянно? Нидерланды, Рим. Что им этот апельсин? Во, давай-ка я с ним поторгую. Вот давай. Ты мне чё, на, я тебе среднего брата. Что ты хочешь взять? 26 вход. Уже интересно. И давай вот апельсины, которые у меня требуют. 9 вход. Нормально. Нормально. Меня устраивает. Хотя, блин, средний брат дает... Хорошо, подожди. А вот так. 83 вход. А вот так. 66 вход. Очень этого среднего брата они хотят. Ладно. Фиг с вами. Конечно, там 4... 4... Культуры вход, серьезная прибавочка. Ну и шпион неплохой. Зулус, вот ты так тут точно мне можешь не угрожать. Да, да, да. А ты у нас зато поклонник лошадок. Он Индии заслужил повышение партизанский командир. Это, видимо, разрушены все эти зиккураты. Это будет проще нанимать партизан в чужих городах. Бенджамин Франклин may have discovered electricity. Так. Электричество надо. Надо построить эти станции. Во-первых, здесь купить 1160. Театральная площадь готова.
отправлю в Амстердам. Электростанция 7 ходов. Я лучше биржу построю, а электростанцию куплю. Так, а здесь мы торговца построим. Так, дальше пойдем в робототехнику. Два хода, три хода. Вообще очень быстро все строится у меня. Так, ну что, сейчас будет новая эпоха или... А, еще два хода. Что у нас по науке? Я впереди планеты всей. Что у нас по победам? Ну, в космопорт... Паундмейкер вышел в космопорт, но еще не построил. И я. Так, ладно, культурная победа. Нет. Только вот Гильгамеш чуть-чуть, но без вариантов. И религия тоже нет. Я явно все техи быстрее исследую. У меня такой вопрос, смогу ли я быстро построить. Дает озарение трех случайных технологий. Эрвин Шрёдингер, по-моему, это новый ученый. О, слушайте, вот это хороший чувак. Я как раз... It's the Industrial Revolution and the growth of urban concentrations that led to a sense of... Как раз для моей столицы получается. Блин, тут серьезно индус на Вильнюс нацелился. А Дели у нас где? Хотя в Дели отправлю. Так, бегает. Откуда у меня Кёнджу, Кванджу и Кабул? Значит, надо из Сеула отправить в Индию. То есть я все в Индию отправляю, чтобы очки великих людей выше были. Здесь военный лагерь завершен. Универ построен. Лабораторию я собираюсь покупать. Так, шпиона я выцыганил. Что у меня со счастьем? Тут вообще все зашибись. Что с ростом? Один ход, три хода, два хода, семь ходов, девять. Ну, с ростом не очень. С ростом пока не очень. Сейчас у меня, по-моему, мир перейдет. Хватит. Хватит возмущаться. Тут паундмейкера, мне кажется, очень... Катя, что у нас по счету? Тут, да, у паундмейкера, у меня, наверное, самая большая территория. А я вон в конце плетусь. У него явно тут больше всего городов, территория такая. Империя 380, а у меня 247. Ну да, за счет городов в основном. Вперед вырывается. Ну, зато по техам, по культуре он фиг знает где. Ну нет, не фиг знает, где второй. Вообще, Паундмейкер получается мой основной соперник, если уж так откровенно говорить. Это здорово, что там все с ним воюют. The good thing about computers is that they do what you tell them to do. The bad news
Так, новая эпоха начинается. Смотрите, все, то есть только Вильгельмина в Золотом веке, всего два нормальных века, а все остальные в темные века. Ну, два, и я еще третий. Нормально. То есть ни одного меня было, были проблемки. Так, ну что возьмем? Каждый обнаруженный артефакт, да. Вот это и возьмем, потому что я сейчас как раз собираюсь археологов строить. Ну, на этом я заканчиваю эту серию. Не забудьте заглянуть на consolewar.ru. Продолжение будет скоро. Думаю, тут уже недолго осталось играть. Спасибо, что смотрите. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.